Что же значит слово «студент» для всех ныне живущих? Это тот, кто поступил в универ и теперь как машина бездушная. Ведь так много книг задают прочитать, будто бы знаний несущих. И ночь напролет ты сидишь и сидишь, ко всему теперь равнодушный. А на самом-то деле студент — это тот, кто почти ничего не боится. Он молодой и готов за мечтой полететь и немного забыться. Студент — это тот, кто ищет любовь, ярких моментов, улыбки. Идет он по жизни ведомой душой, иногда совершая ошибки. Но молодость нам на то и дана, чтобы их сделать, позлиться, после сложить красивый пейзаж и жить без них научиться. Студент — это тот, чьи глаза так горят, словно маяк на причале. Главное, чтобы свет этих глаз не погас в самом начале. Для меня быть студентом-медиком значит одно — становиться с каждым днем лучше, обходить все преграды, в огне не гореть, не быть в лабиринте бегущим. Ведь если бежать в череде этих дней, можно себя позабыть. И к цели, которую ты так любил, незаметно можно остыть. Как старшекурсник медицинского вуза, хочу всем вам рассказать, что студент — это также учеба, но важно все понимать. Где за конспектом подольше сидеть или учить реферат, а где с другом за чашечкой чая лучше посмотреть на закат. Еще быть студентом-медиком значит знать все про здоровье других. И несмотря ни на что, сквозь науки до знаний дойти ключевых. Когда станешь врачом, без истин простых далеко тебе не уйти. В голове на вопрос, что за диагноз, ответа не сможешь найти. Как студент того факультета, где учат врачей для детей, могу заявить, да, это трудно, но где-то даже роднее. Так как были детьми все мы на планете и начинали свой путь с рук педиатра. И о призвании своем я не жалею ничуть. И что же в итоге? Студент — это тот, кому по колено все горы. Кто молод, силен, не беден умом, кто может увидеть сквозь шоры. Кофе литрами пил, рано вставал. Все это было не зря. Поэтому смело могу вам сказать. Ребята, студент — это я.